закопались, 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 не старайтесь. Может, бывает. Точно назад будет. Все, все, перестаньте, на мосты сядете сейчас, сейчас выйдем. Шабанова долетели за 20 минут. Уходим на второй поселок. Тут же первая посадка. Завалишься, не подымешься. Заехали вообще в зима. Труба есть, печку стопить можно. Только походу ее свинторезы кто-то сломал. Труба за 33 удовольствия. Топчан сделать. Чайник, все так надо. Есть, похоже, два чайника. Флаг российский вот лежит. Вижу. Сушилки грамотные пацаны сделали деревенские.
штаны, надежно. 993 год. Что за коробочка? 1993. Вот. Че, будем топить печку? Ну чего ты останешься? А чем? Вон дров сколько. А бумага откуда? Бумаги тут куча. Батарея метацинковая. Многократно использовали. Заливать водосоляным раствором. Эффективно работает, держать тепло. По всем вопросам можно писать. Mail.ru, блядь. Нашел себе лежанку. Приемник ИСВ диапазона с возможностью питания энергии эфира. Для питания приемника свободно отключить. Пацаны хитрые были, блядь. Вон противокомариная херня. Цивилизация. Ну это охотничий домик. Тут как бы надо, ну гадить не надо. Куда? Наточил я свой топор, головешек повод горы. Люку венка. Печка, даже не по-черному. Даже те, кто не за рулем, не пьет крепче кофе. Сегодня все здорово. Давай, я положу. Тепло будет, все будет, они все выйдут. Сам. Я отстань от меня, я хочу. Я надел. Да, себе. Рёман снимает. Ну что это такое? Так, надо идти, надо. Девушки быстрее, уже чувствую, сейчас не снимем. Просто ехать вот небольшим таким вот набором нормальных машин, нормально затариться, чтобы подготовиться заранее, чтобы все были финансово готовы, морально. Оружие надо брать, а не оружие возьму. Патронами закупимся, аккуратно все. Ну снимать какой-то. Ну это да. То, что перевели. И там будет сантиметр, и два. Thank you.
Днепры не челябинские, это новгородские. Тут много воды. Много, да? Закончилась дорога. Тут был мост. Ну, спустимся точно легко. Ну, пол дороги где-то будет сделано, да? А вот подняться будет проблематично. Молодчага! Жди там дальше. Снег пошел. О, ёпта, за рулем-то, блядь. Я снял. Такая же хуйня, да, блядь. Я ж хвоста отсюда сделано, блядь. Это бабский веер, ёпта. Задом, да, подарить, ну. А мыши-то, ёпта, однако, есть, наверное, блядь. Да, как-то им тоже жрать нету. Где вы кудячки, блядь, суки? Крымский ложки, он все как было, блядь. Это, покажи веер-то бабский, ёпта. Я уже снял. Снял? Чё там, Серёга, ты здесь остаёшься, да? Да что, жить можно, прописку оформим вскоре. Ну, ты, конечно, это пиздец. Как районнику нахуй. Бочка? Веер надо? Веер. Веер надо? Да нет, смотри, жалко, сложно. Кому он раритетный? Смотри, какой веер. Мне кажется, хвост какого-то. Так это хвост, да, это. Ну, Маха, я там где-то рост нашёл. Я уже какой понял. Хороший. Я уже понял. И неподъемный, да? Почти новый. Вообще, блин. Вторая комната была. Надежа на месте. Ну да. Вот
Так, вот. Там осторожнее, блядь. Ты сейчас весь дом сложишь. Ну да, вот насыпался домик. А вот от нее, наверное, копоть вся есть. Не, так вон, тут охотники ёпта сидят, бля. Что думаешь, это петуха, если висят хвост? Чего знает откуда, это, блядь, недавно. 12 таблеток от гастрита. Ну, охотники здесь. Либо там ёпта. Скорее, второе. Обратно Шабанова не отпускает. Ходи. Свалится. Чуть-чуть буквально. Спокойный человек, я охуеваю. Слышь, Ира, переключи на него. Тихо, не лезь, не лезь. Чуть-чуть вперед, чуть-чуть. Сейчас-то не надо много, сейчас так поедем, давай. Чуть вперед. Оп, я сюда не выскочу, стой. Все. Хорош. Давай, никого не слушай, меня слушай. Да все правильно. Давай, назад. С газом, с хорошим полный газом. Газом. О, молодец. Я тебе говорю, его не разговаривай так просто. Знаешь, как сделать? Ты его разгазуй, а потом вступление. Давай, нормально. На чем? На бензине? Сейчас мы поменяем 220. Сейчас нужно вырубить. Давай еще раз, подожди. Я хочу посмотреть. Давай еще раз. Нормально, давай, ходом.
Короче, сел. Там только разошелся. Поедем. Раскачивай, пиздец, копчурка, ёпта. Поедем, покажи, как лоша. Еще хули-пуф не сидит, качается. Нормально. Ну и в Шабаново заехали тоже. Да, крыша ушла вниз. Валится потихонечку домик. Такое постоянство, столько раз. Третий, четвертый. О, оборот. У меня на болт он взял, Саня. Какой? Доливайте. Что, сейчас будет? Да гром там хуйня, поехали. Да, или на подъем здесь, или прямо туда, лучше вон. Пусти, ты хуй живёшь. Да. Давай, пусти, его хуй живёт. Вперед, подбросил.